воскресенье, на улице отличная погода, в гараже дубак, блин, все промерзло конкретно, все, блин, печки нету, не прогреть нифига этими нагревателями, фигня все. Воскресенье, все отдыхают, мы в гараже. Сегодня ставим супер силиконовую прокладочку, клапанную крышку на место. Дальнейшее что делаем? А, с глушителем посмотрим, почему он сечет. По-моему, у нас там одной прокладки не хватает. А, ну дальше посмотрим. Может, дверьми займемся или еще чем-то. Печка. Печка, да. Нас ждет печка. Фара. Фара. Ну, фара это развлекательная программа. Так что, вперед, пока не замерзли. Прокладку поставили, крышечку клапанную прижали, штаны сняли. Колечко недостающее, которое там оказывается у нас, потерялось по дороге, поставили. Штаны обратно прикрутили, одели. Прикрутили штаны, контрольный запуск двигателя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слишком много в плюс. Давай! Ой. Да, ё-моё. Давай еще раз. Ой. Что-то у нас там, по-моему, глушитель оторвался. Бля! Чё, банка из-за этого выскочила? Она вот здесь вот приварена. Бери подсос и покрути. Чё? Подсос убери и покрути с выжатой педалью. Прокачай хоть эти в воздух. Пока любуемся дверью, пока кастрюльку ставим на место, шноркель уже ждет, да. Уже куплен, уже готов. Дырочка здесь будет, однако. Ну, попозже. Примерно где-то здесь. Красная крышка 5% мощности. Осталось подкрасить клапанную крышку. В нашем случае плюс 5% к проходимости. Мощность нам не так интересна. Ну что, попробуем выехать? Прокачать там печку. Там и мешает. Перемотать лебедку. Мешает. Фигня какая. Красавчик! Вообще кайфовый, да? Вообще красавец, да. О! Давай!
Поморгай! Кататься, прогреть подшипнички, маслица погонять. Так, что, разворачиваемся, становимся в горку. Смотрим, прокачиваем печку. Что температура? Также и 90 с лишним. Боевой раскраски такой. Зимой грязная машина. Не заснеженная, просто в говно грязная. Естественный покров. Это как шерсть у собаки. Чем она грязнее, тем теплее этой псине. Ну, работает тихо. Все нормально. Звук нормальный. Вид нормальный. Все нормально. Давление где-то полтора. Сейчас! Давление где-то полтора. Полторашка? Ну, полтора-два для этого двигателя нормально. Она на нижний ряд зашел. Да я понял. Там просто пустота была. Покатались и вернулись. Первое испытание прошло успешно. Нас ждут великие свершения и большие сугробы. Кстати, да, мы что готовимся? 23 февраля будет покатуха. И мы там хотим побывать. Ну что, теперь надо найти карбюраторщика, чтобы настроил зажигание быстрее. Чтобы оно уже заводилось. Надо перебрать, да, прочистить там все эти каналы, жаклеры, помыть его, чтобы он нормально работал. А так, по-моему, идет слишком богатая смесь, поэтому и дым черный. Да и это, холостых нету, черные. Только с подсосом. Ну это так и изначально было, мы все ездили наполовину в подсосе. Я только на трассе убирал. Вот, а так нету холостых. О, надо долить. Надо долить. Соты не открылись, но ниже стало, чем ну, было. Ну, в печку, значит, сосало.
готово. Смотрим, улыбаемся и машем. Блин, надо летнюю грязь хоть ободрать. Все, подходим, смотрим поближе. Не, моя морда сюда не пролезет. Нет, твоя морда сюда не пролезет. Сплюнуть только можешь. А здесь поправить зеркало можешь. Вот оно, счастье. Счастье джипера, когда у него есть зеркало. Которое он может поправить сам. А не кричать: «Поправь мне зеркало!» Ну, красота. Все, смотри. Смотрим. Подлокотничек. Поближе. Да. Это нормальная, естественная щель. Это все так и должно быть. Главное, филеночка это лежит на своем месте. Попала в цвет. Все, резиночки противодождевые есть. Дырочка открывать стекло есть. А, она, наверное, и закрывается тоже, да? Ну-ка, попробуй. Ой, не открывается. Все. Что еще надо для счастья? Все. Две двери готовы. Теперь там винтик соскочил, блин, слишком туго она. Колхоз рулит. Итак, на сегодня мы закончили. Подведем, как говорится, итоги. С движком предварительно диагноз будет жить. Проехались, проверили, все нормально, температурка стоит. Движок шелестит, звуков посторонних нет. Все на месте. Температура есть, зарядка на месте, давление масла присутствует. Хорошо. А, печку прогнали, тосольчик, там теперь теплый воздух греет. Моторчик сам заработал, я его даже снять не успел, он испугался, видать, и сам заработал. А, не гремит, по крайней мере, ну это от мороза просто было, немножко прогрелся и заработал. А, дальше, поставили вторую на надставку дверную, немножко там дырочки пододвинули куда надо, а, у подлокотничка петлю переставили, все подошло как по маслу. Все, теперь у нас на обеих дверях нормальные надставки с прозрачными стеклами, у которых стекла... без дыр на улицу. Без дыр на улицу, да. Ну, да. С одной только. Ну, это нормально, это естественно. Это если что, ты плюнуть можешь в мимо проезжающего. Или в меня. Я не попаду. Вот, немножко модернизировали дворники, сделали им ручной привод, поскольку... Родная система там перестала работать, как всегда, этот вал, шлицы, которые он вставляется в шестеренку, съели эту шестеренку и, короче... Мотор покупать дорого, поэтому купили трапецию в сборе. Да, мы показывали. Вольник, да. И все мы это сделали в качестве подарка на день рождения этому автомобилю, потому что ровно год тому назад, 10 февраля прошлого года, мы делали первые фотки, осматривали его на месте. Ну, это самый первый видос. И забирали его. Да, и забирали, как раз 10 февраля. За год мы обрели и радость, и немножко хапнули горе. И опыт. Опыт, это никогда не пробьешь, как говорится. Да. Теперь у нас боевой конь, который нам и приносит удовольствие ремонта, и приносит удовольствие от покатушек. И к этому лету мы выйдем уже более подготовленные. Наверное. Все? Наверное. Время покажет. Время покажет, и, как говорится, у нас все впереди. Мы только начинаем. Все. В следующей серии, я надеюсь, мы уже будем на природе покорять снег.
Подожди, еще нужно... Что? Что еще? Задние колеса сделать. Какие колеса? Тормоза, да нормально все. Диски. Давай завтра минус 3. Какие диски, какие тормоза? Нафиг тебе тормоза в снегу? Там все равно тормозить не надо будет. Поедем покатаемся. Все, поехали.